Всем привет! С вами Мила и рубрика детских игр. Игра Чиби Дракулара Хэллоуин. Так. Что-то там было написано в описании, я не запомнила. Что-то надо сделать, короче. Найди магические объекты Хэллоуина. Хорошо. Хорошо. Подожди. В смысле? Так, вот же череп, я же нашла. Или нет? Свечка. Чё за... Подождите. Чё за нафиг? Я немножечко не врубаюсь. Чё это за привидение тут ходит? На него надо нажимать? Или нет? Вот метлу я нашла. Почему-то не нажимается на нее. Вот же. В смысле? Подождите. Что-то я не понимаю. Или надо ждать, когда пройдет эта фигнюшка. Да. Да в смысле? Или надо по порядку прям? Если по порядку, то и не то. Вот же я нажимаю череп. В смысле? Ничего не понимаю. Ну, шляпа. Где шляпа? Не вижу шляпу. Да, да почему? Да, однако, как оказалось, не так уж и просто. Ну я же вот жму на него. Какого фига? Почему? Вон шляпу я уже, в принципе, нашла. Вот она. Вот она шляпа, вот метла. Фу. И в чем прикол-то? А или... Какое-то определенное время надо, что ли? Или надо... Или надо ждать? А. Да! Да в смысле? Ты обалдел. Ну я же вот жму. Какого фига он не жмется? Какой-то тут это, какая-то тут загадочная стратегия, которую я пока не могу понять. Хоть убей. Раз, готово. Ну в смысле? Одну шляпу нашла и все, что ли? Я тоже в недоумении, Дракулара. Я просто в шоке. Я не понимаю, чего, как. Ну вот, я нашла. Дальше я нашла. Ну почему так мало времени-то дается? Или ты как только тыкаешь не туда, все сразу? Ошибка? Ну ладно, допустим. Так. Ну почему этот хрен вылазит, блин? Я не пойму. Ну? Ну вот, я нашла. Ну почему-то... Взрыв мозга от этой игры сейчас будет точно. Я прям чувствую. Да вы обалдели! Ладно, короче, три вещи я нашла. И отвалить от меня. Игра какая-то очень непонятная на самом деле. Ну, какой-то загадочная стратегия, видать. Я ее пока что не разгадала. Может, кто-нибудь разгадает, но я вот не разгадала.
Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Всем пока-пока.